то, чтобы Россия оставалась крепкой, чтобы ее никто не нарушал ее интересы. Выставка, она называется «Цветные сны», потому что эта выставка, она представляется созданной из образов, хотя я, в общем-то, художник-живописец, и вот как выставка работа моего любимого друга, старшего товарища Знака Анатолия Марковича, мы с ним вместе ездили в командировки по воинским частям по всему Советскому Союзу, но я эту выставку сделал как бы специально белую. Почему? Потому что эта выставка, она как сны и является образом. Это белый цвет, это цвет бинтов, это цвет палат, это цвет русских ист, вот. Это цвет дыма, который над рукой, это цвет цветущих яблонь. Белый цвет, он несет в себе очень много. В каждой работе есть название. Если глядываться и почитать, там есть этикеточки, то есть там и синий, и красный, и голубой, и аленький цветочек, вот, который говорит о том, что на этом холсте мак. Мак, просто мак. Но он называется как бы в народе. Это Хлебов Ганна, потому что мак – это основное производство наркотиков в Афганистане. Вот казалось бы, ни о чем, но если задумываться, то в каждой работе так и стоит. Там головка мака, да, вот эта коробочка, она как бы, если глядеться, так как бы шприцы стоят. То есть в каждой картине есть враги. Если внимательно вглядываться, себе немножко позволить по мысли, вот, художник всегда оставляет место зрителя домыслить в картине, открыть ее образ. Вот, и тогда многое станет понятно. Там есть голубые билеты, есть такой цвет голубой, да. Там, где 2 августа, вот ребята, как это все знают, что мы как-то собираемся и поминаем друзей на могилках, и тогда ставится стакан хлеба, на стакане кусочек хлеба и кладется билеты на могилу, как бы те ребята, кто пришел своему товарищу. Да. Это тоже здесь все так вот потихоньку, только я бы хотел, чтобы когда люди смотрят, чтобы они не просто побежали. У них бывает так, что когда я делаю выставку в доме художников, кто-то забежал в белые стены, в белые холсты, и там все белое, и так где выставка? Ее сразу можно даже и не заметить. Но я бы хотел обратить внимание, что это трагедия. Эту выставку посмотрели около 3 миллионов человек. Она побывала и в Волгограде, на фестивале «Афганская песня». Она была в Тюмени, она объехала Красноярский край. И она дала свой результат. То есть по итогам выставки мы вещаем, мы не можем помочь всем. Мы эту тему поднимаем на местах, тут же в Кировском районе, скажем. И когда мы вещаем, мне звонит и говорит, что Юрий Васильевич, хорошо, что вы приехали. Вот парню собрали деньги на коляску. Вот не было возможности. А здесь люди начинают понимать эти проблемы. В Тюмени, допустим, там пришли родителям погибшего парня из Афганистана, ребятки. Родителям отремонтировали квартиру, купили новую печь. То есть эта выставка делает чудеса. Когда вот она существует уже 11 год, 25 февраля 5 года мы открывали эту выставку. Она до сих пор еще путешествует, живет, и она приносит понимание и пользу о том, что надо помнить о том солдате, который отдал свою жизнь за нас с вами, за то, чтобы у нас было все благополучно. И я горжусь тем, что вот рядом мы с Анатолием Марковичем здесь сегодня заполнили пол 2-го этажа. Вот. И я бы хотел, чтобы как можно больше посмотрели люди эту выставку, и чтобы каждый унес в себе в сердце память о тех ребятах, кому она посвящена. Спасибо большое всем. Спасибо, думаю, офицеры. Другая художественная выставка «Доблесть, отвага, честь» Полины Вам-Абармейской будет пограничных войск, морской авиации и морской пехоты. Ее автор, художник, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор Красноярского государственного художественного института, член Союза художников, народный художник Российской Федерации Анатолий Маркович Знаков. В его работах образ защитника Родины приобретает романтическое родство, имея такие черты, как мужественность, скромность, бескорыстие и готовность пожертвовать своим личным временем, комфортной жизнью ради безопасности Родины, родной страны. Сегодня, дорогие гости, у вас есть уникальная возможность получить автограф заслуженного художника.
площадка с первого этажа. Напоминаю, холл второго этажа – это комната документальной экспозиции «Афганистан. Я был там». Множественная выставка «Цветные сны». Выставка портретов «Доблесть, отвага, честь». Площадка «Письмо солдату» – фойе первого этажа. На бланках вы можете написать добрые пожелания ребятам, красноярцам и посетить наши фотозоны. Уважаемый Юрий Николаевич, Денис Петрович и Георгий Васильевич, мы также приглашаем вас посетить наши выставки и пройти на гала-концерт, который состоится в 19 часов. Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу. Перед тем, как сойдешься за праздничный стол, вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, кто берег тебя вечно и в вечность ушел. Помяни нас, засыпанных пеплом и пылью, пулеметами врезанных в скальную твердь. Запиши нас в историю горестной былью и рубцом материнское сердце отметь. От зноя, без сна, без воды, отмеряющих жизнь, от привала к привалу, от звезды до звезды, от беды до беды. Помяни нас, Россия, при свечной печали, златорусую косу свою расплетя. Прожили мы для тебя. Вот, 16.